Всем привет! Сегодня у меня на приеме вот такой вот пациент, это Кеннер. Хозяйка обратилась ко мне с вопросом, почему же ее питомец не ест зерносмеси? А ответ очень прост. Все канарейки, да и попугаи в природе питаются по большей части зелеными кормами. То есть это фрукты, овощи и ягоды. В домашних условиях птиц нужно создать точно такие же условия, как и в природе. Поэтому большое разнообразие растительной пищи. Туда же подключаем насекомых, глину и, в общем, все, что птица может найти в природе. Поэтому, если ваш питомец не ест зерносмесь, не надо в него ее сувать. Так что как-то так, подписывайтесь. И всем до новых встреч, пока-пока!